Христос с учениками из храма выходит, пред крестною смертью своей. Христос с учениками из храма выходит, пред крестною смертью своей. Великою скорбью с прощальными словами учил он любимых друзей. Великою скорбью с прощальными словами учил он любимых друзей. Скажи нам, учитель, когда это будет, когда в мир судить нас придешь? Скажи нам, учитель, последнее слово, пока еще с нами живешь. Услышите, воины, военные слухи, восстанет народ на народ, и будут болезни, голоды, и братская кровь потечет. Уменьшится вера, угаснет надежда, в сердцах охладеет любовь. И многие люди тогда соблазнятся, прольют неповинную кровь. Увидите мерзость во храмьях запустенье, и знайте, что суд при дверях. Готовьтесь, чтоб двери пред вами не закрылись. Держите светильники во сердцах. Великие скорби сольются на землю, и страшные муки придут, и скажут: «Падите, покройте нас горы», но горы на них не падут. И в эти минуты искать будут смерти, но смерть от людей убежит. И всяк, находящийся в доме или в поле, пусть он домой не спешит. И солнце померкнет, и месяц, и звезды с небесного свода спадут. Воскреснут из мертвых земные народы, пойдут на божественный суд. И я на небе крест света за.
страны. И будет, как солнце сиять, избранные чада восстанут сначала, и радостно будут взирать. За ними последуют толпы народа, от края до края земли, и вся содрогнется земная природа пред страшным престолом судьи. И вся содрогнется земная природа пред страшным престолом судьи.